Театр «Кукол» приглашает пермяков в субботу на спектакль «Принцесса на горошине». Начало в 11:00 и 13:30. По воскресенье в 17:00 на спектакль «Теремок». Пермский фитнес-центр приглашает в субботу принять участие в велопробеге. Регистрация участников в 11:00 на Докучаева 50Л. Велогонка пройдет по Дзержинскому и Кировскому районам. Старт в 12 часов. В субботу на акватории Мотовилихинского пруда откроется ежегодный чемпионат Перми по гребле на байдарках и каноэ. Старт соревнований в 11:00. Награждение победителей в 16:00. Насыщенная программа в эти выходные в парке Горького. В субботу в 11 часов парад колясок, в 17 – фестиваль близнецов. По воскресенье в 16 часов – фестиваль юных дарований «Супердети». На стадионе «Нефтяник» в Краснокамске в выходные соревнования по заездам в дисциплинах мотокросс, спидвей, машины на радиоуправлении. Начало в 12:00. В пермских парках в выходные пройдет День настольных игр. В парке «Счастье есть» мероприятие пройдет 23 июля в 15:00. В этот день все желающие смогут сыграть в «Мафию», «Твистер», «Монополию» и «Активити». В воскресенье пермяков приглашают в 13:00 в сад Миндовского и в 15:00 в парк имени Чехова. Гостям парка предстоит справиться с падающей башней Дженгой, раскрыть главаря «Мафии» и сыграть в ассоциации. Все выходные на площадке Центра городской культуры – День зоозащитников. В субботу с 12 до 18 часов пройдет форум специально для тех, кто уже помогает животным. В 13 часов там же начнется благотворительный эко-маркет. Все выходные в Черденском районе – фестиваль «Зов Пармы». Старт в 10:00.